Добрый день, я Черникова Дарья, менеджер отдела продаж Mercedes-Benz «Звезда столицы Варшавка». Сегодня я вам расскажу в этом видеообзоре о самом популярном, динамичном и харизматичном автомобиле Mercedes-Benz. Это Mercedes-Benz E-класс. Перед нами автомобиль 2015 года. Данный автомобиль принято считать обновленным, но на самом деле он заслуживает звания нового. И это касается не только внешнего рестайлинга, но и E-класс получил широкий спектр двигателей, а также широкий спектр новых инновационных электронных систем помощи водителю. Конечно, первое, что бросается в глаза поклонникам Mercedes-Benz E-класса, это новый эмоциональный дизайн. Передние линии форм более совершенные, более плавные и соответствует современному языку форм Mercedes-Benz. Передний бампер получил новый стремительный крыловидный дизайн. Также вы можете выбрать решетку радиатора в зависимости от линии комплектации. Это может быть классическая решетка радиатора с прицелом на капоте, а также, как представлено в данном случае, спортивный дизайн – это интегрированная звезда в решетке радиатора. Модификации подверглись и передние фары. Теперь они стали цельными с использованием светодиодного ближнего света. Кстати, Mercedes-Benz стал первым в своем сегменте, кто серийно оснащает данными фарами свои автомобили. Как я уже упоминала, Mercedes-Benz получил широчайшую линейку бензиновых и дизельных двигателей. Их мощность варьируется от 170 лошадиных сил дизельный двигатель до 8-цилиндрового E500 408 лошадиных сил. А также E63 AMG Firmatic способен выдать 557 лошадиных сил. Более чем впечатляет. При этом, разрабатывая эти двигатели, инженеры-конструкторы Mercedes-Benz следовали принципу «больше мощности, меньше расхода». В результате все варианты представляют собой удачную комбинацию из солидной мощи и высокой экономичности. Обновленный Mercedes-Benz E-класса поставляется с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Каждый из вариантов обеспечивает высокую плавность хода и впечатляющую динамику. Разнообразие модификаций оставляет широкий выбор и поклонникам заднего привода, и тем, кто высоко ценит достоинство системы постоянного полного привода. Выдающиеся динамические возможности, которые демонстрирует Mercedes-Benz E-класса, несет за собой обязательства по отношению к безопасности. И здесь автомобиль – лидер в своем сегменте. Новейшие вспомогательные системы Mercedes-Benz помогают водителю в наиболее частых критических ситуациях. Более того, если раньше система пакетов Distronic Plus контролировала только дистанцию до потенциально опасных объектов, то теперь она распознает их тип и даже действия. Так, при угрозе столкновения система превентивного экстренного торможения BUS Plus обеспечит адекватный именно в данной ситуации уровень тормозного усилия. А если водитель по каким-то причинам не нажимает педаль тормоза, то система Pre-Safe сначала подает предупредительные сигналы, а при отсутствии реакции водителя система и в этом случае выполнит экстренное полное торможение. Более того, в обновленном E-классе система Pre-Safe впервые активируется при распознавании пешеходов. Помимо этого, автомобиль оснащен множеством подушек безопасности. Это боковые, коленные, тазобедренные, фронтальные и задние. И это лишь несколько примеров работы систем, которые заботятся о безопасности на дороге. Mercedes-Benz E-класса – это автомобиль, в котором не только безопасно, но и комфортно. Автомобиль обеспечивает прекрасную обзорность, и регулировка сидений позволяет настроить его исключительно под себя. Мультифункциональный руль чутко реагирует на движение руководителя, а также позволяет управлять мультимедиа, не отвлекаясь от дороги. Интерьер салона Mercedes-Benz E-класса выполнен из благородных высококачественных материалов. На выбор доступны разные варианты ткани, искусственной и натуральной кожи, элементы отделки деревом, карбоном и алюминием. Словом, каждый водитель сможет оформить автомобиль по своему вкусу. Тиснение обшивки приборной панели отличается высоким качеством и тонкостью. Стильной деталью интерьера являются аналоговые часы в центральной консоли Mercedes-Benz. А для любителей звездного неба автомобиль оснащен панорамной крышей. Как
комфорт задних пассажиров также на высоте. На заднем сидении легко можно разместить 3 детских сидения. А также для пассажиров сзади предусмотрен подлокотник с вещевым отсеком и 2 подстаканниками. Для тех же, кто привык ездить первым классом, доступны к заказу раздельные сидения с удобными подголовниками, а также солнцезащитные шторки. Объем багажного отделения Mercedes-Benz E-класса в кузове седан – 540 литров. Багажник оснащен нишей для запасного колеса. Там же вы найдете ремкомплект для его замены. Также в качестве опции доступно закрытие багажника с кнопки, а также новая опция для E-класса Hands Free Access – открытие багажника без помощи робота. Обновленный седан Mercedes-Benz E-класса – это автомобиль, который позволит подарить 100% удовольствия от поездки водителям и пассажирам, поклонникам комфорта и любителям спортивно-динамичной езды, ценителям классической элегантности и тем, кто выбирает современный эмоциональный стиль. Высокая надежность и исключительная безопасность являются еще 2 аргументами в пользу E-класса. Сегодня стоимость автомобиля 2 миллиона 150 тысяч рублей. Однако в дилерских центрах «Звезда столицы» действует специальная акция на Mercedes-Benz E-класса в наличии. Поэтому покупка может быть для вас особенно выгодной. Если вы все еще сомневаетесь в достоинствах этого автомобиля, приглашаю вас на тест-драйв «Звезда столицы» Варшавы.